О насущном. Более 178 жителей Якутии имеют право на льготное лекарственное обеспечение. Прежде всего, это участники и инвалиды Великой Отечественной войны, люди, страдающие тяжелыми заболеваниями, инвалиды, дети до 3 лет и дети из многодетных семей до 6 лет. В прошлом году объем финансирования на эти цели из федерального и республиканского бюджетов составил около 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Правительство республики особое значение уделяет обеспечению больных средств. Заболеваниями. В 2016 году в регистре зарегистрировано 124 льготника, в том числе 32 ребенка. Дорогостоящее лечение получили 84 человека. Об этом речь шла сегодня во время правительственного часа. Ведь, допустим, вот мы перешли на информатизацию здравоохранения, и теперь у нас есть на каждого больного, которому мы выписали рецепт на лекарственное дополнительное, вернее, на дополнительное лекарственное обеспечение, реестр, и он у нас централизован, то есть больной такой-то там обратился с таким-то диагнозом, и мы знаем, на какую сумму, когда и сколько лекарственных препаратов он получил. И это нам очень хорошо помогает.